Отопительный сезон в Первоуральске близок к завершению. Пока теплоснабжение прекращают только по заявкам жителей, а уже с 10 мая начнется поэтапное отключение многоквартирных домов и учреждений города. Жители уже имеют право отказываться от поставки коммунального ресурса теплоснабжения в адрес многоквартирных жилых домов, но при условии соблюдения 354-го постановления правительства Российской Федерации, которое говорит, что отопительный период у нас прекращается с наличием 5-дневки, где температура будет более чем 8 градусов. Между тем, работники коммунальных служб уже начали подготовку к следующему отопительному сезону. Представители учреждений образования, здравоохранения, управляющих компаний и ТСЖ приступили к составлению и согласованию планов ремонтных работ.